Так, продолжая серию замены масла и масляного фильтра. Как видите, я туда засунул тряпочку, чтобы она как можно больше вытянула все-таки масло оттуда. Ну что ж, теперь будем пробовать откручивать тот не очень удобный. Ну, все-таки, блин, его можно крутить нормально. Я сейчас здесь пенечек такой классный. Сяду, чтобы было более-менее удобно снимать, и вы все видели досконально. Вот он, видите, как плохо стоит. Я сюда подложил тряпочку, подложу. Почему? Потому что сейчас все-таки я буду его откручивать, и он, оба, пошел. Но сначала советую все-таки открутить его с моторного отсека сверху. А потом уже мы откручиваем его отсюда. Да. Все, тут капельки, конечно, немножко выбежали. Но это мы протрем и достаем его. Вот он, красавчик. Не надо было ни пробивать его, ничего, он поддался сам. Ну, тут нагрязнили маленечко. Никуда от этого не денешься. Сразу тряпочку вот так вот подложили, чтобы все стекало на тряпку, а не куда-либо. Это мы там сейчас протрем, все сделаем чистенько и будем закручивать новый масляный фильтр. Да, здесь, видите, грязненько все-таки. Не очень удобно. На даче Логан было немножко поудобней. Ну что ж, продолжим потом.